появлением дронов жизнь многих людей изменилась. Они во многом заменили человека в совершенно разнообразных сферах жизни. Способности этих гаджетов безграничны. Наука не стоит на месте и открывает для нас новые возможности. Сегодня мы подготовили для вас захватывающее видео, в котором собрали множество уникальных моментов, снятых с помощью дрона. Предлагаем вместе с нами пролететь над завораживающими природными ландшафтами, стать свидетелями уникальных кадров, увидеть вблизи то, что обычно недоступно человеческому глазу. Ставим лайк этому видео, подписываемся на канал и взлетаем. Возможно, старшее поколение еще не знакомо с современными технологиями аэросъемки и поэтому реагирует на неопознанные летающие объекты странным образом. Обычная ферма по выращиванию водорослей стала настоящим спасением для бедного тюленя, которого окружили касатки. Мощные пыльные бури выглядят не просто устрашающе, они еще и несут губительный вред почве и здоровью людей. Рассекать на квадроцикле по склону песчаной дюны – это адреналин в чистом виде. Не менее захватывающе выглядит этот процесс и с воздуха. Самые отчаянные любители экстрима способны из надувной лодки построить летающий корабль. Такие прыжки, снятые на дрон, выглядят еще эффектнее. Непрошенных летающих и жужжащих гостей не жалуют не только люди, но и животные. В Испании очень популярно каталонское спортивное развлечение «Кастельс» или «Живые башни». Рискнули бы участвовать в таком? Летчикам, управляющим истребителями, доступны совершенно уникальные ощущения. Современные системы навигации позволяют самолетам прибывать точно в место назначения. В былые времена все выглядело совсем иначе. Вы можете подумать, что это какой-то шаманский ритуал. На самом деле это художественная инсталляция «Безмолвные люди», созданная финским художником. Эта работа окутана множеством теорий, и каждый зритель в ней видит собственный смысл. Вряд ли вам до этого приходилось наблюдать такое большое скопление акул. Поистине не самое безопасное место. Северные олени прекрасно приспособлены к суровым зимним условиям и отлично умеют маскироваться. Сила водной стихии впечатляет, и человек на фоне ее выглядит совершенно беспомощным. В
том, что горные козлы легко перемещаются по скалам, нет ничего удивительного. Ведь природа позаботилась о том, чтобы их копыта были достаточно узкими и чувствительными для таких прыжков. Это всего лишь шоу, однако сердце при виде такого все равно уходит в пятки. Хорошо, что люди решили не рисковать и переждать непогоду, иначе трагедии было бы не избежать. Те, кто способен покорить такую волну, поистине профессионалы с невероятной силой духа. Км/ч. Да, вы наблюдаете движение именно с такой скоростью. Впечатляет, не правда ли? Удивительно, насколько быстро регенерируется наша планета. Еще недавно это была безжизненная воронка, но уже сегодня она покрыта зеленью. А вы бы решились на такое экстремальное путешествие с такими завораживающими видами? Пусть видео не передает эмоций этих смельчаков, однако можно представить, какой адреналин их переполняет. Насколько захватывающе выглядит стая фламинго с высоты птичьего полета. Насколько невозмутительным выглядит этот смельчак. В Китае нашли интересное захоронение в висячих гробах. Подобный способ погребения был очень дорогим. Его могли позволить себе лишь самые богатые люди того времени. Однако это позволяло защитить умершие тела от диких животных. Марлина мало просто поймать на удочку. Его нужно еще вытащить, а эта рыба так просто не сдается. При помощи дронов можно сделать невероятное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным. Благодаря специализированным дронам спасательные операции могут проводиться быстрее и качественнее. Ламантинов не так часто можно увидеть собственными глазами, а запечатлеть их на камеру – настоящая редкость. Современные технологии значительно облегчают жизнь животноводов. Контролировать процесс становится намного удобнее. Ветер в горах настолько сильный, что может заставить тонкий поток воды течь вверх. Невероятное зрелище. Этот необычный спорт требует серьезной спортивной подготовки и очень натренированные руки. Впечатляющее зрелище. На дрон был снят поистине удивительный момент спасения человека. Смелостью этих людей невозможно не восхищаться.
Вулкан Килауэа не спешит и периодически извергается, уничтожая при этом все живое на своем пути. Пусть вас не обманывают небольшой размер этого водоворота, ведь его силы хватит, чтобы потопить небольшую лодку. На дрон была снята страшная трагедия. Этот пожар, который случился 7 июня в одном из штатов США, тушили не один день, и его последствия были катастрофическими. Строить дома на берегу моря не самая лучшая идея, ведь вся мощь водной стихии здесь ощущается как нигде более. Температура кипящей лавы превышает 1300 градусов Цельсия, так что подобные зрелища мы можем наблюдать только благодаря дрону. Теперь вы знаете, как транспортируют крупногабаритные части самолетов. Хорошо, что сегодня подобную работу выполняют машины. От таких больших волн не спасет никакая стена. Три торнадо недалеко друг от друга. Зрелище устрашающее. А еще говорят, что человек не рожден для того, чтобы летать. Некоторые, похоже, все-таки для этого и рождены. Розовые озера – большая редкость и самый настоящий природный феномен. Подобных на планете всего несколько. Существует несколько гипотез касательно причин такого цвета воды. Редкие водоросли, особенные минералы на дне или галобактерии. Эти кадры скорее подходят к постапокалиптическому фильму, чем к нашей сегодняшней реальности. Однако, к сожалению, это последствия реального землетрясения. Это жуткое место люди называют дьявольским глазом посреди пустыни. Земля вокруг этого бурлящего озера бесплодна и непригодна для жизни. Если вы еще не поставили лайк этому видео, это можно сделать прямо сейчас. На горе Калитатри Хвава в Италии есть весьма необычная достопримечательность – гигантский розовый плюшевый кролик. Глубокого смысла в этой художественной работе искать не стоит, так как основной целью было привлечение туристов. Что это? Неужели любители водного транспорта решили устроить флешмоб? Я бы держался от такого перекрестка как можно дальше, а вы? Белые акулы очень опасные, но крайне интересные для изучения животные. Как хорошо, что сегодня много можно снимать с помощью дрона, без риска для человеческой жизни. То, что вы сейчас видите, это не просто кропотливая работа. Это удачная попытка любящего мужа на 40-ю годовщину смерти жены увековечить ее любимый инструмент в память о ней. Он ведь мог каждый год просто носить цветы к ее могиле. Но он решил высадить целый лес в форме гитары, на которой она любила играть. Трогательно, не правда ли? Калийные пруды Муава – это пустынные озера, вид которых порождает множество вопросов. Такая яркая палитра цветов обусловлена методом добычи калийных удобрений. Более насыщенные цвета свидетельствуют о большей интенсивности поглощения ультрафиолета.
Еще одно необычное место на нашей планете – это кровавый водопад, который страшен лишь своим названием. Цвет обусловлен тем, что когда ледник тает, то в этой воде начинают активно развиваться особенные бактерии. Этот природный феномен говорит о том, что жизнь может существовать в любых условиях. А мы набираем обороты и двигаемся дальше, ведь все самое интересное еще впереди. А это неудивительное место, а скорее пугающая реальность. Мы даже представить себе не можем, сколько деревьев вырубается, чтобы обеспечить комфортное существование людям. Это кипящее озеро точно непригодно для купания. Такой обед эти ребята запомнят на всю жизнь. С помощью дрона можно не только снимать удивительные пейзажи, но и неплохо веселиться. Даже самые обычные вещи, если посмотреть на них сверху, могут оказаться довольно странными. Оказывается, полотном для художеств могут стать даже рисовые поля. Кадры военных действий ужасают и несут в себе лишь боль. При помощи дрона можно круглосуточно наблюдать за естественной жизнью диких животных, без угрозы для собственной. Для ученых это уже давно стало спасением. Наблюдать за состязанием двух гоночных машин со стороны, конечно, интересно. Однако видеть их борьбу вблизи при помощи дрона – это что-то невероятное. Свечение воды очень просто объясняется наличием в ней люминесцентного планктона, однако все равно выглядит волшебно. Можно бесконечно наслаждаться захватывающим авиашоу на фоне безоблачного неба. На постройку такого огромного здания ушел не один месяц. Но чтобы избавиться от него, потребовалось всего несколько секунд. Наводнения случаются неожиданно, и в считанные часы уносят в небытие целые города. Как говорится, у богатых свои причуды. Камил Бартошек устроил самый настоящий денежный дождь, скинув в октябре этого года с вертолета $1 миллион. Друзья, напишите нам в комментариях, что в этом видео вас впечатлило больше всего. Скоро увидимся! Сильный поток воды несет множество мусора и древесины. Лучше не оказываться у него на пути. Дроны не только снимают невероятные моменты, но и создают их. Вы только посмотрите на это световое шоу. Не только земноводные чувствуют себя комфортно как в воде, так и на суше. Индийские водяные буйволы также могут похвастаться такой особенностью.
Как же все-таки зрелищно выглядит с воздуха демонтаж таких габаритных конструкций. Заброшенные корабли всегда окутаны тайными и леденящими душу историями. Это судно не стало исключением. Говорят, что после крушения оно стало прибежищем для неупокоенных душ. В Китае соорудили нечто невероятное. Это стеклянный круговой мост, из основания которого постоянно стекают струи воды. Он расположен на высоте, примерно равной 170-этажному дому. Ночью это инженерное чудо начинает светиться всевозможными огнями, что придает ему особенный волшебный вид. После таких моментов у меня, честно говоря, пропадает дар речи. А у вас? Когда раскаленная лава температурой 1100 градусов Цельсия падает в воду, то вместе с множеством токсических веществ начинает образовываться обсидиан. Это, конечно, не природный водопад, однако тоже впечатляет. Лава мощным потоком разливается по окрестностям недавно проснувшегося вулкана, уничтожая все на своем пути. Это манит и ужасает одновременно. Пока кто-то затапливает соседей снизу, кто-то заливает весь двор. Насколько необычно и удивительно наблюдать с дрона за идеальной работой пастушьей собаки. На дрон была заснята уникальная спасательная операция. Бесстрашные профессионалы изо всех сил пытались вытащить из ледяной воды человека. К счастью, все увенчалось успехом. Природа поистине лучший художник. Перед водной мощью не устоит никто и ничто. Остается лишь надеяться, что вся эта красота не исчезнет в бурной пучине. Кит заплыл в одну из подводных пещер и случайно попал в объектив дрона. Завораживает, не правда ли? Друзья, благодарим вас за просмотр этого видео. Напишите в комментариях, что вас впечатлило больше всего. Скоро увидимся!